должен быть трезвый. Скажи, пожалуйста, а мы не... Буквально типу выдать оружие. Rusiyada səfərbərliklə orduya cəlb edilən və Ukraynaya göndərilməyə hazırlaşanların arasında növbəti insident yaşanıb. İçkili vəziyyətdə olan çağırışçıya avtomat silahının verilməsi və komandirlərin bunu diqqətdən kənarda qoyması digər çağırışçıların narazılığına səbəb olub. Çağırışçılar komandirlərin və hadisə yerinə gələn saha müvəkkilinin laqeydliyindən şikayətlənir. Вы что, человек в сильнейшем алкогольном опьянении выдали боевое оружие, блядь? Гранаты, может, ему еще... Ярославка на месте. Что, Трофимов? Я в поле. Иди, кстати, расходимся, расходимся. Офицеры вот стоят. Стык-нож где? Остатки. Вот, собрали. Давай, кто выдавал ему оружие? Вон там! Где все командование-то делось сразу-то? Куда товарищ подполковник ушел? Куда делся командир части? Человек в пьяном виде дает тревогу солдатам. А вот смотрите, командирский состав нервно курит в сторонке. Блин, камера херня, конечно. Зачем ты это делаешь, а? В смысле, зачем я это делаю?